Как делаются традиционные мультфильмы? Пририсовываются по кадрово все действие, снимаются отдельные кадры на кинокамеру, и потом воспроизводится подряд, меняя рисунки. Попробуем сымитировать в рисунках Google. Я нарисовал человечка с мячиком. И рисунок первый сохраним в формате скачать, как в формате JPEG. Давайте PNG. Microsoft Windows есть специальная программа, которая называется киностудия Windows Live. Добавим сюда нашу фотографию. Она у нас называется новая. Новый рисунок. А, вот он, PNG. Открыть. Открыл, вставил. Вставил, правда, в темном формате. Давайте попробуем сохранить в формате JPEG. И сюда вставить. Это у нас будет новый рисунок JPEG. Это лучше. Удаляем, значит, PNG и будем вставлять в таком формате. Фазы действия. Поднимает человек мячик повыше. Снимаем этот кадр. Потом резко убирает руку. Так что мячик даже не успевает среагировать. Сохраняем. И мячик начинает падать. За первую секунду проходит, за первый интервал времени проходит маленькое расстояние. Потом расстояние побольше. Все тела вблизи поверхности Земли падают с ускорением. Скорость их все время возрастает. И потом мячик подскакивает. Сначала с большой скоростью. А потом со скоростью поменьше. И после этого откатывается в сторону. Рисунок 1, 11, открыть. Она их всех загружает. Или попробовать их выделить все. 0, 2. Видно, что пробегает у нас по всем нашим кадрам. Никакого времени не получается фильм.